Я уже вижу, что понапишут, что за срач. Так, значит, мы купили увлажнитель воздуха, который называется Dexp. Dexp. Я правильно понимаю? G57D. Ну, я правильно название произнесла? Ну, да. В общем, бюджетный увлажнитель. Увлажнитель взяли специально, как бы, недорогой, первый, да, потому что мы пока... Это ультразвуковый, да? Да. Ультразвуковый увлажнитель, объем 5,3 до 12 часов. Он же говорил до 18. Таймер 300 миллилитров. Че? На че? На час? На час? Пульт управления. Мелкодисперсные аэрозольные распыление воды. В общем, чтобы пока не берем дорогой, да, потому что хотим понять вообще, что он в себя представляет. Да, нужен ли он нам вообще? Да, потому что у меня... Поможет ли он? Кстати, бывает, закладывает нос от влажности воздуха. Вот мы и посмотрим. А так как у нас появился ребенок маленький, а все мы знаем, что всякие комаровские, всякие врачи советуют, чтобы было увлажнение в помещении. Сейчас на зима, отопление работает. Кто? Делонги. Угу. Обогреватель, поэтому ну вот мы уже проверяем, проверяем на прочность. Ну, здесь клапан, отсюда вода выходит на испаритель, собственно. Вот здесь как он заправляется, это откручивается, сюда вода заливается. Есть какие-то шарики, не знаю, типа фильтра. Угу. Наверное. Наверное. А может и нет. Ну и тут, соответственно, уровень воды смотреть. Ты налил воду, 5 литров, закрыл и потом переворачиваешь, да? Да, то есть наливаете воду. Ну, сейчас мы сделаем. Посмотрим. Закручиваем. И ставим. Говорили, что есть пульт управления. Да, есть. Где-то где-то. Ну, это пульт управления. Чисто символически. Включил, три кнопочки, да, включить, выключить. Это где мать, какие-то режимы или мощность. В чем не разобрались. Это таймер, соответственно, выставлять. Ну, то же самое, что и здесь, в принципе. Вот. А тут, видимо, какие-то шкалы показывают. Степень увлажненности. Температура здесь нет, да? Градусник комнаты. По-моему, есть. Надо будет сейчас читать, разбираться. Собственно, отсюда вот идет. Ну да. Струйка вот отсюда. Все это вот так вот снимается. Это отсюда помыть, почистить. Это, кстати, вот так вот. Угу. Так, как все равно выйдет. Как-то так. Записываю. Вот. Налил вот такой вот уровень. Ну, где-то, наверное, чуть меньше половины. Все. Здесь защитная стояла пленка, чтобы, ну, батарейка не садилась. Вот ее вытащим. Все проверяем. Вот так вот он загорается. Это процент влажности, я так понимаю, или какая-то, ну, величина, тут температура показывает. Четверка – это интенсивность, то есть, ну, максимальная. Вот струя идет. Ну, я пока дисплей. Ага, почему? Потому что дисплей такой красивый просто. Да? Ну да, это такой дешевый модель, в принципе, довольно-таки. Ну потому что сейчас выглядит. Стали, да, поделать, как делать китайцы. Даже китайский, наверное. Ну, конечно. Таймер я не пробовал, потом как-нибудь попробуем. Таймер. Там еще надо будет разбираться, сколько часов его можно включить. Мист. Ну, это режимы. Вот. Первое это интенсивность. Будет меньше. И все. Слабее. Идет. Второй, третий, четвертый максимальный. Вот он прям шурует. Ну, вот как-то так. И на руку, да, нельзя подносить? Ну, почему можешь поднести? Она не горячая? Точно как вот ингалятор ультразвуковой. А, холодная.
То есть это не горячий пар, а вот он просто как-то распыляет его. Прикольно, да? Горит Да. Так цивильно, симпатично. В принципе, за эти деньги, я думаю, она неплохой все. Проработает хотя бы годик. Это кнопочки, да, вот это голубое? Круг. Он прям на нас, он сюда на камеру падает. Он прям по этому подходит. По дизайну, но, блин, все белое. Он, говорится, белое, это значит, что чистое. Потому что там, где белое, это, соответственно, лишний раз будешь протирать. Нормально. Неужели 64 градуса? Это 64, это влажность. Да ну, откуда у нас такая влажность? Так у нас туда и так хорошо влажно. 64, это же из 100, да? Ну, да. Тем. Хумид. Хумид, 64 хумид. Кто за хумид? 64%. Значит, это влажность. Так что означает четверка, ты сказал? Ну, как режим, мощность. А сколько всего режима? 4. Уже прослушала, ну как забыла точнее. Ого, как высоко прям поперло. Эта штучка, она крутится. Ну понятно, мы знаем, что крутится. А я прям сижу, мне в лицо прям это холодок такой. Ну, как будто возле моря сидишь, честно говоря, напоминаю. Ну да. Можно наливать ароматические масла в водичку. Там 1-2 капли на весь резервуар. И будет воздух ароматизироваться. Интересно, нам нужно уходить с ребенком? Есть какая-то индикация, когда вода заканчивается красным цветом, что это тут должно загореться. И? Вот. Ну, я не знаю, честно говоря, ничего не написано, отключается он или нет. Ну, консультант вам говорил, что отключается, но, видимо, они ни хрена не знают ничего. То, что он сказал, мы ему не верим, потому что он не разбирался у них. Да, ходил, читал там сайта. Да. Полностью отключается, да? Заводится как машина. А плюсик что дает? А вот сколько часов? На час, на два, на четыре, на 8 часов. Плюсик. Это режим также переключать, но без пульта только. Ну, очень, короче, простенький он. Ну, это же просто увлажнитель, так что мы от него ничего и не требуем, абсолютно. Чего? Красный, вот это, видимо, восклицательный знак. Интересно, нос задышит, у меня не задышит с ним. Ну, в общем, на этом, наверное, все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока. Да, мы пошли пробовать. Кого? В комнату. Почапури. Да. Так, я скажу, что вот этот аппарат сам выключается. Тут вот здесь 5 литров, ну 5 чем-то. Будем говорить, что 5 литров. В общем, он сам выключается. Это что радует, мы проверяли. Воду наливаю тоже сама. Ну, это очень важно, что я такая привередливая, так скажем, жена. То есть просто так я не буду. Если мне не устроит, если мне не понравится, я не буду ничего там делать. Это все будет делать муж. Например, как робот-пылесос. И, естественно, я очень редко чистила контейнер. Все это делал в основном муж. Потому что не хотелось там ковыряться. Здесь мне все устраивает. Я ковшиком так-так налила, все перевернула, донесла. Сделала. Вот так вот нажала, включила. Значит, сюда можно добавить 1-2 капли масла. Что немаловажно. Значит, и очень важно, чтобы аппарат сам выключается.
Поэтому я очень довольна. Мне очень понравился. И так что можете покупать за такую сумму тоже. Всем пока-пока.